Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Деревенский за колхоз, с вами Василий. Сегодня интересная история опять. Мы тут едем, Риточка спит у нас здесь, Татьяна Викторовна. Всем привет. Едем в гости к нашим зрителям. В очень интересное место, станица Раевская. Они были недавно у нас, Голубийской, в гостях. И вот мы теперь делаем ответный визит, так сказать. Посмотрим, как они живут. А Ирина, хозяйка, со своим супругом, ну, я не знаю, будет ли он сегодня на работе или дома, потому что у него графики такие интересные. Я вот этот вопрос, кстати, не уточнил. Ну, посмотрим на месте. Если нам повезет, и с ним поговорим. Он винодел, делает вино. Ирина обещала нам рассказать про станицу Раевскую, как она там, как они обживались. Они все время переехали туда. Поэтому очень, я думаю, интересное видео будет. Многим пригодится. Особенно, кто когда-то, может быть, на юг переехал. Посмотрим, у них какие-то хитрости на участке. Как они дом свой. Я хочу тоже обзор сделать полностью. Потому что у них какие-то там есть такие интересные моменты. Особенно про вино. Кто любит вино, вот смотрите. Да и вообще по Раевске много вопросов. Там станица-то на самом деле очень большая. И туда людей стремится много. Это, ну, считай, 30 километров от Анапы. Вот сейчас мы в Анапе, я вам покажу. Едем из Голубийской. Кстати, туда ехать примерно час, где-то час пять, километров 80, по-моему, от Голубийской. Это, представляете, Азовское море рядом, и вот здесь вообще моментально. Сейчас я по пути немного вам расскажу о Раевской, и уже включимся там, прямо в гостях. Так, такая вот дорога сейчас везде новая, хорошая. Вот она, красавица Анапа, мы как раз рядом с ней проезжаем. Черное море. Сейчас уже нет необходимости по пробкам там в Анапе стоять, поэтому все хорошо. И можно в Геленджик, в Сочи, вот именно по объездной дороге по такой проезжать. Поэтому очень хорошие новости вот для всех путешественников, кто давно здесь был. Мне до сих пор еще люди пишут, что Василий, тут пробки и так далее. А уже давно-давно все поменялось у нас. Великолепнейшие развязки. Вот, кстати, из Раевской сейчас и в Краснодар дорога идет, федеральная трасса. И вот сюда она как раз пошла на... О, Варениковская. Видите, вот развязочки, очень удобно. Просто красота сейчас. А те времена, да, вы правильно про них пишете. Чтобы в тот район попасть, это было, конечно, мучение. А сейчас у нас все близко. Хочешь на Азовское, пожалуйста. Хочешь на Черное. Хочешь Крым, тоже все близко. Раевская основана... как форт в прошлом. Ее еще основал Николаевич Раевский, генерал, в царское время, в 1739 году на реке Москага. Кстати, там до сих пор еще много военных, там рядом находится полигон, поэтому многие военнослужащие, когда выходят на пенсию, именно там и остаются. Так же, как и вот в Голубийске и вообще по всему Краснодарскому краю. Но вот любят они вот эти благодатные места. Там горная местность такая. Вот еще мы будем с Ириной по этому поводу разговаривать. Что там с погодой, что там с водой. Очень много вопросов. Поэтому не переключайтесь, это очень важно. Навигатор показывает до Раевской. Вот уже от Анапы 22 минуты, чтобы вы понимали. Вот еще вопрос такой с работой. Да, вот часто люди спрашивают. Я все буду рассказывать по пути, друзья, как обычно колхозить. Вот многие люди ездят в Анапу. Либо... в Новороссийск. В Новороссийске вообще работы завались. Даже из Голубийской вот можно ездить. Вот представьте, вот у нас на работу прямо отсюда продукты привозят каждый день машина. Водители вот так вот работают. Кстати, кто любит вот такое жилье подбирать, вот видите, вот там домики, как на таких уже горах немножко расположены. Кто-то любит вот именно прямые участки, среди наших зрителей много таких вот, чтобы не было никаких подъемов, там спусков. А вот кто-то именно выбирает вот горную местность, вот как в Раевской, там есть такие места. Очень красивые, интересные, с видами такими, панорамными, прям буквально. Вот как раз вот как я вам показал. Представляете, какая красота, вот вы утром встаете, и перед вами никаких домов, никаких крыш, ну вот прям из окна. А потрясающие виды. Кстати, Ирина где-то у нас проживает, я так понял, в центре Раевской. Ну, помучаем ее, если получится. Я вообще запилим с ней обзор самой Раевской, потому что люди уже прожили много лет там. Я думаю, что знают все. А вот тут вокруг, смотрите, предприятия какие-то. Заводики, что ли, фабрика мебели.
интересно. Ближе к Анапе, конечно, люди живут, можно сказать, поприличнее. Так, Тарусин, населенный пункт такой у нас здесь по пути. Остановки, общественный транспорт ходит. И прямо видно, что люди строятся, строятся. Я вообще не понимаю, вот, ну, я живу на Азовском море, вы все знаете, для новых зрителей я скажу, почему так люди сюда стремятся. Но это, видимо, Черное море манит все-таки. Ну и климат, конечно, тут чуть-чуть потеплее, чем у нас. Вот, к примеру, в Голубинской, в Краснодарском крае вообще разные климатические зоны, их три у нас здесь. Ну вот, сами люди, да, голосуют ногами. Прямо бурное здесь идет такое строительство. Видно очень много домов. Посмотрите, прям такие коттеджные поселки кругом. И, конечно же, вот мега популярные места. Смотрите, Супко, Большой Утриш. Вот там озеро в Супко. В Большом Утрише тоже там красота невероятная. Пляжи там, ну, фантастика. Вот приезжайте тоже на экскурсии, вам понравится. И вот рядом тоже Староевской. Бензинчик, кстати, 92-51-55. Вот я так просто говорю, самый такой эконом-вариант. Вот именно по этой дороге, мало ли, кому-то пригодится. Тут, кстати, очень много такого частного бизнеса. Вот только что мы проехали. Прямо люди в своих дворах торгуют, открывают магазины. Мало ли, может, тоже кому будет так вот. Анапе более 2500 лет. Древние греки еще жили в этих местах. В общем, по дороге вот создается такая картина благоустроенности, ухоженности. Очень приятные места. Вот тоже чем-то Крым напоминает. Но вот там вот уже, видите, впереди даже у нас горы. Только что мы проезжали клубникой местной. Она, видно, такая местами недозревшая. Знаете, вот как с полей ее собирают, там с такими желтыми бочками какими-то. По-моему, она даже стоила 350 рублей. Вот если я успел так заметить. Есть у нас здесь экскурсии, винодельческие предприятия. Тоже можно посещать. А леса есть дубовые рядом. Это кому там, может быть, веники, кто любит походить, орешки пособирать, ягоды какие-то. Вот это вот тоже мне в этом месте очень нравится. Не совсем как Голубинская, у нас степной район такой, а вот тут вот можно и попутешествовать в горах. У кого есть какой-то квадроцикл и так далее. Это вот на самом деле дорого стоит. Воздух уже такой горный с морским смешивается. Просто очень много плюсов еще в этом. Поэтому мы сюда и катаемся. Я даже рад, что мы познакомились вот с нашими зрителями, с этими. Прямо для нас сегодня путешествие такое интересное. А вот здесь у нас, кстати, по пути рыбалка есть. Она прямо рядом с Раевской получается. Вот, обратите внимание, мы почти уже приехали. Очень много машин на озере. Единственное, что я не знаю, платная она или нет. Но озеро очень такое интересное. Прямо, да, я бы хотел туда попасть, посмотреть. И вот видите, тоже прямо над этим озером домики. Я подозреваю, что в Раевской вот, ну вот, как, ну ладно, давайте не будем сейчас загадывать, да? Посмотрим вместе. Это, значит, озеро рядом с Натухаевской. Да, можно сказать, и с Раевской. Посмотрите, вот она, 6 километров. Вот никогда мы там не были. Все время мимо, мимо, мимо. Теперь, наконец-то, шанс такой предоставился. Даже, смотрите, какая интересная заправка есть еще. Тут вообще 51.20. Ну, в принципе, не намного и дешевле, чем на больших заправках. Все. Какие-то такие точки общепита. Едем в Раевскую. На Тухаевской, кстати, надо будет обязательно тоже заехать. Может быть, и Ирину уговорим. Она тоже наверняка знает вот эти вот все места. Вот прямо мы отъехали с трассы на Тухаевской и закончилась. Но она огромная, друзья. Просто вот даже в Раевской там, по каким-то данным, 16 тысяч населения. Две школы, два садика. Там музыкальная школа есть. Вот представьте, в такой станице, да, там йога, карате, спорткомплекс есть, скорая помощь своя, поликлиника, аптеки 6 штук. Это, конечно, как бы интересный такой симптом, зачем столько аптек, но все равно интересно. Художественная школа. Кстати, вот эти все школы бюджетные. Вот представьте, это вообще дорогого стоит. Это не платные, бюджетные школы. Смотрите, боль в деревне. Мы когда-то здесь проезжали, я вот вспоминаю. Ну, тоже вот интересно, посмотрите, такие вот состоятельные люди выбирают эти места не зря.
Получается, Раевская у нас как бы и в долине одновременно. Вот она, прямо перед нами. Вот там вот даже на горизонте, похоже, Анапа видна. Это просто фантастика. У меня даже слов нет, друзья. Очень красиво. Да, теперь я, кажется, начинаю понимать, зачем вот сюда люди так стремятся. Там вот какой-то заводик даже есть, я так понял. Но мы еще у Ирины поинтересуемся по работе. И смотрите, вот как все ухожено. Именно везде виноградники. Это, видимо, винзавод здесь тоже есть какой-то. Дорога великолепнейшая. Тань, мы прям в Крым попали, да? Да, красиво. Все красиво. Вообще, прямо настоящий Крым. Фантастика просто. У меня даже слова пропали. Я что-то хотел сказать, да рассказать, но да, я теперь знаю, куда заезжать вот так вот, когда соскучимся. Мы в Крыму-то часто бываем, там скучаем тоже. Раевская коптильня, друзья. Вот начинается такой местный бизнес. А лесопилка, похоже, или какой-то торговый центр. Лес продают. Опять какое-то предприятие. В общем, вот там вот на горе предприятие. И, ну, похоже, действительно так и есть. Без работы здесь не останешься. Не зря вот так вот люди пишут. А вот эта река Москага. Вот генерал здесь и основал этот форт. И значит, получается, у нас Раевская как бы в низине. Местные жители там, поправьте меня. А это значит, климат здесь своеобразный, очень теплый, будет хороший. Ветров сильных, значит, здесь не будет. Вот это, видимо, вот вторая трасса. Мы поворачиваем в саму Раевскую. По такому ответвлению. Наверняка в нее много заездов. Это, скорее всего, объездная дорога все-таки. Сразу же тут, не отходя от кассы, продается дом. Видимо, здесь тоже интересно, какой-то завод. Как всегда, у нас в столицах православный крест на въезде. И вот эти домики, видите, как не равнина, они уже вот со своим видом, посмотрите, потрясающим. Есть человек интересный, я недавно про него снимал, он тоже занимается здесь стройкой. Но я сегодня не об этом, сегодня мы в гости едем. Но посмотрите, зайдите обязательно, мало ли кому понравится это место. Раевская. Вот в этом месте дорога асфальтированная, но я смотрю, такая уже требует ремонта, конечно. Ну, друзья, вы знаете, я все объективно всегда показываю, так, для интереса чисто. И тоже, смотрю, много очень людей стройкой занимается. Улицы зеленые, магазинчики маленькие есть. Но это, видимо, не центр, вот там вот, где Ирина живет, там центр. Мы еще посмотрим с вами. Может быть, я даже вторым видео запишу, чтобы не отвлекаться. Все-таки хочется посмотреть, как люди живут вот здесь. Есть такие богатые дома, я смотрю. Прямо такие уже, знаете, дворцы. И очень много строится прямо. Валберис. Но тут вообще есть все. Здесь очень хороший есть. Вот, посмотрите, детская школа искусств. Это вообще фантастика. Вот так вот детишек привезли люди. Прямо. Вот там вот местный рынок. Но, может быть, мы и заедем все-таки с Ириной. Таня, вот надо запомнить, где рынок. Красота, конечно. Школа номер 24. Огромнейшая просто школа. Посмотрите, трехэтажная. Очень все красиво, ухожено. Обратите внимание, парковка предусмотрена. Это тоже вот, конечно, плюс огромный. Потому что иногда бывает, родителям приходится машину оставлять либо на дороге. Ну, в некоторых тут у нас есть населенные пункты. И смотрите, улицы, тротуары даже есть. Да, для наших мест это бывает местами, конечно. Смотрите, какие дома. А вот старенькие еще дома есть местных жителей. Но тоже везде свои сады. Вот очень интересно бывает так вот поездить по таким местам. Везде есть своя такая специфика. И вот эти вот виды потрясающие. Посмотрите, я даже не знаю, видно ли вот море из Раевской. Может быть, какие-то есть такие горные здесь места. Так. Татьяна уже у нас нашла, значит, дорогу к Ирине. Мы уже приехали. Приехали почти, да? Мы уже все, наверное. Улица Героев, получается, интересно. Тоже сирень цветет. Тань, посмотри здесь, мы вот, друзья, мы приехали. Посмотрите, здесь климат. Уже ирисы цветут, да. Потеплее климат, да, Тань? Конечно, тут уже вовсю. Посмотри, там. Розы расцвели, видишь? Друзья, посмотрите. Это вот. Да, это этот адрес, мы попали, я сейчас хозяйку позову, просто я хочу здесь вот так вот оглядеться.
Ну правда, вот Черное море все-таки дает о себе знать. Посмотрите. А у нас только-только начало какое-то. Надо спросить будет у Ирины, да? Посмотри это. Красота. Вот, а это у нас уже Ирина идет. Тут, наверное, да. Я-то обещал к пол-11, а сейчас у нас здесь еще и 10 нет. Ирин, ну я люблю вот так, вы знаете, смотрите канал, да, прям приезжать. И у меня к вам просьба. Я знаю, что вот вы любите тоже высаживать, я уже вижу растения и так далее. А можете вот сначала рассказать, как вот вы сюда переехали, да, что вы сажали? Конечно, проходите просто. Мы просто с порогу. Вот. Ну, мы сюда хотя бы зайдем. Пойдите, проходите. Так, друзья, посмотрите. А я смотрю, вы тоже хвойники любите, да? Что любим? Вы хвойники любите? Да, конечно. Я вообще всю зелень обожаю. Муж у меня любит виноград, а я люблю всю зелень. Зелень, цветы. Это у него виноград, это у него шпалеры. Это у него, он посадил новый виноград. Какой-то там прям выписывал. Прям подождите, тонкую. Ирина, а вот вопрос у меня такой. Вы когда покупали, я зрителям рассказал, вы примерно когда переехали? 8 лет назад? 9 лет назад. 9 лет назад, да? И на участке вот это все было? Вы как вообще участок вот этот выбирали? Мы город вообще не рассматривали. Почему? Потому что в городе нет земли. Ну, как бы там же город Новороссийский. Анапу тоже не рассматривали. Ну, потому что муж работает в Новороссийске. Ну, нам посоветовали Раевскую или Натухаевскую. Сказали, Раевская – это как Рублевка в Москве. Да ладно? Только не так круто, конечно, как там богато. Да? Но по статусу получается так. И когда мы приехали, мы дома в городе, когда жили, рассматривали дома, мы 17 домов рассмотрели в общей сложности. Нас ничего не устраивало. Это вот в этой округе, да, в нашей, да? Да, Новороссийск, угу. Только Новороссийск, да? Ага. Цемдалина, там. И потом, когда приехали в Раевку, ну, мы сразу нашли два дома. Ну вот это подождите, нам, конечно... У вас два дома здесь? Здесь два дома, а два вариант дома. Был или там на колхозной, или здесь. А, понял, вот, понял. И мы метались, мы взяли своего эксперта, чтобы он приехал, посмотрел, там оценил, тут оценил. И когда он зашел здесь, он сказал, ну, это тех денег стоит, поэтому... Угу. Мы хотели сэкономить маленько. И сэкономить, я почему спросил, я вот вижу, у вас как бы участок, у вас много очень растений разных, да? Угу. Ну, это грецкий орех, там фундук, это алыча. Угу. Вот это виноград. Тут а я уже сказал, но да. Если супруг еще успеет прийти, мы с ним поговорим по поводу винограда. Угу. Да, посмотрите. Тут тоже виноград, но это более старший виноград. Угу. Так, это черешня ранняя. Да, вот уже посмотрите, кто спрашивал про черешню. Да, она очень сладкая. Когда она у вас поспеет? Ну, сейчас тепло, так я думаю, что уже в конце мая она будет. Интересно. Да. А дом вы уже сами какой-то ремонт делали, да, или что-то? Или... Ну, мы сделали только по мелочам. Тут все так было. Да. Тут все так было. Это у нас запасной вход с кухни. А как вы выбирали дом? Я буду, Ирина, такие вопросы задавать, вот как наши зрители, знаете, интересуются о жизни. А здесь, я так понял, у вас центр. Мы мимо школы проехали. В центре. Вы это еще во внимание принимали? Конечно. У нас же один старший сын учился там, остался в институте. И у нас был младший, ему было 9 лет. Для нас было важно, чтобы была школа. А так как у нас он спортсмен и шахматист, чтобы вот это все тут было, чтобы в город не возить. Хотя до города у нас 16 километров, до Анапы у нас 20, да? Подождите, это еще меньше, а я думал 30 до Новороссийской. Нет, нет. Нет? Ну, он уже строится, оно все приближается. Как говорят, уже Раевка скоро город будет лет через 10. И новые развязки, я смотрю, конечно, да? Угу. Да. Вот, поэтому, естественно, тут у нас средняя школа. Вот она недавно построена, 500 человек. Старшая школа. Сейчас закладывают еще одну школу. Угу. У нас два детских сада. Еще один закладывают детский сад. У нас очень большая спортивная школа. А сколько населения общее? Вот так вот для интереса. Ой, вот честно не скажу. Сейчас уже, наверное, вообще не скажу. А то было, я почитал, 16 тысяч. Это сейчас... официально. Неофициально, наверное, 25. Вот это да. Да, да. Это у вас... потому что у нас вот... Люди едут, и вот буквально 2 года они все едут, она расстраивается. Я говорю, у нас уже стал как город. Но у нас тут, конечно, важно, чтобы была больница, у нас поликлиника, да, у нас дневной стационар. Вот. Что потом? Музыкальная школа у нас большая. А правда, что вот это все за федеральные деньги, что бюджетные? Да. Это правда? Да, еще тут там, я не знаю, как в городе, но мне кажется, в городе девочки говорили, у кого дети учатся, да. Вот у нас Кирилл ходил на шахматы, на футбол.
ходил в школу искусств рисования. Это все бесплатно. Риточка, тебе сюда надо, да? Это все бесплатно. Все бесплатно. Я так была удивлена, что это действительно все бесплатно. Ну, как бы получается, бюджетник. Да. А я не верил. Я почитал вот эту информацию. Я сама не верила, как мы сюда пока не приехали. Да. Школа, вот музыкальная школа, потому что там художка. Ну, все допы. Да, вот да, 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 все, да. Вот. И мы все рассматриваем. Ну, сейчас он у нас вырос, ему вот сейчас будет 18, он поступает, конец класс заканчивает. Для нас это уже не важно. Ну да, вы уже как стреляли. Я медик, я везде работу могу найти. А, вы медик даже, да, у нас. Поэтому я медик любой. Ну, они сейчас на расхват везде. Да. Да, 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 да. Поэтому сейчас у нас для нас такая инфраструктура не так важна. Еще вот у меня вопрос такой. Вот это у вас участок, вот там дальше есть какой-то участок? Или это вот здесь? Только где мы дома. Мы сейчас пройдем. А, нет. Я хочу посмотреть, что вы высадили. Вы мне писали, да, вот как Василий, у тебя так вот такие растения. Я хочу посмотреть. Это у нас большой вольер. Так. На 6 машин, если так. А, то есть парковка. А, парковка, да? Ну, парковка, вольер. У нас собака тут бегает. Она у нас не привязана. К вам родственники приезжают, да? Родственники, друзья летом, да. Друзья, вы не сдаете здесь так на всякий случай? Мы не сдаем, потому что как бы у нас всегда кто-то приезжает. А, понятно. Ну, я так на всякий случай, мало ли нам зрителям пригодится. Она цветет как дерево. Муж вот ее немного подрезал, а так она шапкой цветет. Ирина, а у нас еще виноград не вышел. Это какой сорт, вы не знаете? Вот жаль, супруга нет. Про сорта не могу сказать. У него 20 сортов. Нет, как их уже много на... Как их запомнишь, 20 сортов? На многих виноградах уже вот эти... Да, да, южнее, явно южнее. Угу. Да, только там вылазит почти. Дом обделан, все два дома, все обделано камнем-дикарем. Это вот предыдущие хозяева, видите, как мозаика, это очень сложно, как люди делали, конечно. Да, фантастика, конечно. А это у вас можжевельники, да? Вот это, нет, это туи у нас такие, туи? Такой сорт. Можжевельник у нас вот. Я просто чувствую аромат хвойников. Вот, вот, вот можжевельник у нас. Ирина, я захожу сейчас, и здесь так прохладно вообще. Да, тут летом очень жарко. Вот, ой, наоборот, не жарко. Вот там было жарко на дороге, да, где мы стояли. Да, всегда прохладно. Тань, чувствуешь, да? А это что? Фу. Это тис. Только хотя бы, как я видела, я их в Крыму. Тис, тис, а да. Интересно, они у нас будут расти? У нас этот каштан, каштан красивый. А вы что-нибудь готовите их какие? Нет, нет? Нет, нет. Просто для красоты, да? Да, для фантастика просто. Помнишь? Блин, мы здесь какой-то, как в Ялте оказались. А это тоже ваш дом или это соседи? Да, это наш дом. Это наша территория вся. Слушайте, а сколько у вас тут соток? Восемь. Восемь соток, да? Восемь соток. И место вот за счет зелени, вот как у меня, вы были у меня в гостях, да, у меня 10 соток побольше, я постараюсь пространство расширить именно за счет деревьев. Как так? Деревья все тут были, потому что тут раньше жила ландшафтный дизайнер, женщина, и она сделала, как сказать, все по фуншую. Если там септик, то там специальное растение, чтобы от него не пахло, например. Ага. Вот. Тут это тоже виноград у нас. Посмотрите. Все продумано. А вот... Тань, посмотри, да, я тоже хочу вот такие большие окна большие в дом. Окна. Вы когда просыпаетесь... Это у вас перец, да? Перец, ага. Это веранда даже у вас. Это веранда, да, мы туда зайдем. Так. Это у нас голубая ель. Угу. У нас была тут еще голубая ель, но муж ее срубил, сказал, сильно темно. Ну, она, да, места-то много занимает. А чувствуешь, что у нее аромат какой? Вот прямо хвойники. Ну да, да, да. А вот это, Ирин, что у вас вот это вот внизу такое интересное? Это, господи, боровик. Боровик. Это почвопокровный, который? Да, он все вот застилает, вот, красиво цветет. После дождя прям вообще красиво тут. Да. Воздух, воздух потрясающий, конечно. Это у нас баня. Это баня. Банька. Да. Это авторская работа, мой брат мне делал. Красиво. А он этим занимается, да? Да, он у меня на все руки мастер, он такой. А где живет? Где живет? Он живет у меня, но он работает сейчас в Краснодаре. А, понятно. Да. Угу. Это вот у нас такая зона. Ну, молодцы. Молодцы, да, конечно. Ну, баня будет. Так. Баня большая. Слушайте, ну вы молодцы, конечно. Здесь и зона отдыха такая хорошая. Да. Баня очень хорошая, тоже прям. А где-то дубовые веники вы сами набираете здесь рядом? Есть лес какой-то, куда вы? А, у вас... Нет, дубовые нет. Мы обычно обычные. Обычные веники любите, да? Ну, дубовые можно только если купить. Угу. А вот есть там свет? Да, 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 там все. Ключ. Так, без баньки, конечно, невозможно. Плиточка везде.
А можно заглядывать, да? Да, тут душевая, но мы душевая. Пока не подключили уж, потому что зима была, летом подключаем. А, все понятно. Да. У нас сейчас аномальный апрель, да? Жара очень какая-то. Но. Ух, парилочка, а здесь аромат. Да, чувствуется. Да, печечка новая, все там заменили, брат мне, потому что мы любим париться. Угу. Так, интересно. Ирина, а сразу такой провокационный вопрос нам зрители часто задают. Угу. Правда, что в Раевской воду дают по расписанию? Да, как-то. Правда. Да? Да. Так же, как в Новороссийске, 2 раза в день по 3 часа. Вот. Но у нас есть септики. В одном доме у нас на 500 кубов, на другой на 750. Поэтому... Септики или накопительные? Ой, прошу, баки? Накопительные, накопительные, да. Накопительные баки. Ага. Когда значит, вода подается. Угу. Да. Ну, за счет накопителей мы как бы не страдаем вообще. Да, а по... чтобы что-то полить, ну, вечером на 3 часа дают, мы поливаем. У нас водопровод. Угу. Интересно. Вот, вот этот вопрос очень еще важен. Я, как всегда, упускаю это из вида, да? Угу. Просто очень много людям интересно. Я зачем, почему еще вот момент к вам приехал в гости, чтобы вы рассказали о своей жизни, вот этих хитростях южных. Вот как вот баки накопительные, да? Что еще здесь такого интересного есть? Что вот вы придумали? Может, какие-то солнечные батареи там? Нет, нет, этого ничего нет. А газ у вас, я вижу, есть, да? Да, тоже? Да, у нас газ, да. Оба дома газифицированы, угу. Водопровод. Ну, как бы ничего отрицательного такого нет. Ну, то, что вода, ну, вода в разы дается. У нас все накопительные баки, накопительные, в принципе, есть. Да. То есть 500 у меня стоит в этом доме. Я вот 2 раза постираюсь, уберусь, у меня даже половина не уходит. Угу. Ну, потому что, ну, а качество воды, вот я езжу сюда к источникам, вот угу. Езжу там... Они Биджаевская, это у нас точка Святая Ручка, есть сероводородные источники. А какого качества вода? Вот, ну, качество воды мы для питья покупаем. Мы готовить тоже. На такой, угу. А покупаем. Она сильно с калием много. Угу. Калий, на лед белый, да? Да, потому что мы, угу. Как, наш, да, горы же у нас. Горы, поэтому... горы, известняк, в общем, да, понятно. Да. Но это даже питья. Кто-то лечится этим, ну, на любителя, в общем, да. Ну, да. Ну, а так, в принципе... А с электричеством? Сколько у вас киловатт в доме? Вот, хватает? 15. 15 киловатт? 15, да. Как это за глаза вообще? Это... Да. Нет, проблем нет. Не отключают? Ну, как отключают? Ну, когда летом бывает, что если кондиционеры включают, но мы живем в центре, угу. А не где новые дома. Угу. У нас практически всегда есть. А вот где новые дома вот настроены, у них там проблемы. А. У них и зимой проблемы, потому что нет газа, а не электричества. Летом у них тоже включают, ну, у них там все новое. Поэтому у нас в центре, у нас как бы, ну даже если с водой какие-то проблемы начинаются, у нас в центре, ну, это центр. Угу. У нас все есть. Ну, вам повезло. Да. А нет, мы выбирали такое. Я мы понимаю, выбирали. Понимаю, да. Очень сложно было выбирать. А с канализацией? Здесь центральная канализация или как? У нас септик. Септик под откачку, да? Машина приезжает? Да. Как долго он? Но мы его откачиваем, ну, может, 2 раза в год. Угу. 2 раза в год угу. Примерно. Просто это все интересно. У кого-то ну, станции на, специальные. Насколько кубов не скажу, он большой у нас, муж знает. Ну вот 2 раза в год. Угу. Ну если уж там дожди прошли, то прям дожди, ну 3 раза в год. Угу. Угу. Ну в основном летом. Ну это понятно, ну, да. Так, пойдемте сюда. А у вас еще что-то? У нас тут виноград да. Еще. Вот, можно да, я смотрю, у вас тут все в винограде. Да. Да кому ж, я, да, Таня, да, я же говорил, да. Он винограда. Инжир тоже, ему 8 лет. Это зеленый или красный? Зеленый. Красный. Он уже начинает. Уже скоро ягоды будут. Ну, у нас там зеленый, но у нас вот такие маленькие еще висят. Как бы. И он у нас тоже не цветут еще. Скворечники вы, да, держите? Это... Да, да. Я уже, видите, показала. Ну, тут у нас небольшой огородик. Опять виноград. Тут. Слушайте. Ну, огородик. Ну, я не люблю такого садить, я вот как-то... Говорит, а твоя любимая трава, съедобная, петрушка. На закуску. Укроп, да, в нашем огородке. Тут у нас вот топка. А, вот, это тоже интересно, я посмотрю. Я из нее еще хочу курятник сделать. А он говорит, нет, у меня тут виноград, они будут клевать. Огурцы, да? Слушайте, ну нормально, это даже, в принципе-то, и удобно. Один полосной виноград у нас будет. Один ну, ничего, огурчики тоже. А я уже сказал, Ирина, вот зрителям нашим, что это вы ищете, дворец. Да, в Голубинской где-то в этих районах, чтобы винограда больше было, да, земли. Так. Это на всякий улица. Случай, да? Да, на улице. Угу. Ну, видишь, просто нет, мочки поставили, наполнили и выращивали. Так. Я смотрю, он и беседку здесь сделал, да, такую?
Для винограда. Это виноград, виноград. А вот смотрите, это значит, получается, у вас и газовое отопление в доме, турбированные котлы двухконтурные, да? Это и для душа, и для очень удобно. В двух домах сразу сделано? Вообще красота. В каждом доме свой. Молодцы, очень удобно. То есть, получается, как бы для двух семей здесь. У вас в одном доме сын живет? Да. Как... Так. Пойдемте, зайдем. Это у нас первый дом, это второй. А можно прям посмотреть, не помешаем никому? Нет, нет, нет. Этот посмотрим, потом в наш пойдем. А большой дом сколько? Я вот так вот интересно. Этот 85. Ой, 87. Да, так. А вы, когда покупали дом, из каких вы материалов, как сказать? Это блоки все. Блоки, да? Да. То есть вы выбирали какой-то уже дом, не старый, саманный, я так понял? Нет, мы выбирали не новостройку однозначно, нет. Не саманный, а вот чтобы дому было 20-30 лет. Чтобы уже основательный такой вот. Чтобы... А блоки известны какие там? Бетонные, вот как супруг выбирал? Он... Или керченский камень кто-то любит? О, кошарик. Иди там, Риточка. Вот. Ладно, пусть. Все, они там довольны. Так. Слушайте, вам вообще можно это здесь ванна. Гостей? Ну, это как студия тут, это у нас тетя тут живет. Угу. Мужа на первом этаже. Значит, ну, большая ванна, его потолки высокие. Сколько у нас здесь, наверное, 2,40, какой-то выше даже, нет. Да, 2,50, наверное. 2,50, 2,60, угу. Наверное. А я просто как строитель, мне интересно. Угу. Так. На второй этаж. Сейчас, сейчас, Рина, вот газовый котел, все четко. Угу. Это, кстати, очень удобно в наших местах. А за отопление сколько вы платите? Вот мне прям, вот, и, только вот, по-честному. Нет, нет, я просто хочу сказать, я же этим не занимаюсь, у меня муж занимается. Но зимой все вместе под ключ, за свет, за воду, за газ, за два дома у нас выходит 6,5 где-то. 6,5? Да, за два дома. Это вообще ни о чем. Муж говорит, много, много, зажгли. Ну, я даже но не это знаю. За два дома. За два дома вы же варите, варите еще. Я смотрю, у вас плита там электрическая, да? Да, да, да. Ну, вот поэтому у вас она гоняется. Если вы на газу еще варили, то вообще это... Ну, я считаю, это недорого, потому что у нас соседи, у кого электричество, да, нет газа, угу. Они зимой платят 12. Вот спасибо, что вы сказали. За газ. Очень интересно. Ой, за электричество. Угу. За отопление, вот тут электричество, они же топятся электричеством, все электричество, и они зимой платят 12. Ирина, что знать и рассказывать, это очень важно, прям. Ну, конечно. Да, да, ладно, сейчас мы поднимемся. О, Ирина, сейчас, я не могу это пропустить. Посмотрите, друзья, какие окна огромные и вид какой, там птицы поют. Вы, наверное, специально птичек вот разводите вот туда, скворечник, подкармливаете? Ну, да, конечно, да. Так. Тут на втором этаже живет у меня сын. Ну, сейчас он уехал в Анапу, потому что у него там работа. А можно я и закончу? Да, 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 очень красивые виды. Отопление везде. Да, я про виды уже говорил, что у Раевской есть такие вот варианты, что можно смотреть, когда с какой-то горы на сады вот на эти. Вот, вот. Это зал. Огромная комната. Сколько она здесь вообще? Метров 25, что ли? 25 она, 26, по-моему. Угадал даже. Вот виды, виды какие у нас тут. Вот туда в Анапа. Дорога на Анапу. Вот да. Каевка туда. Это вот самое важное. Вот там федеральная, вот эта трасса, угу. Федеральная трасса. А правда, что их вот две вокруг? Да. Одна да. Идет на Краснодар? Да, через, она, одна идет через Натухаевку, другая через нас, на Волчьих воротах и на Краснодар. Две трассы. Угу. И вот, которую мы поехали, на Анапу, которая вот первая на Анапу, угу. То есть, я просто тут немножко путаюсь, я тут практически... Они обе проходят через Натухаевку, только одна идет прямо, вот туда, а другая заворачивает к нам, и через нас, через Волчьи ворота, уже на Краснодар. Сколько до Краснодара отсюда? 160. 160? Да. Так вы, вообще-то, ну вот мы 80 проехали, мы даже час, в час, меньше часа уложились. Нормально. Да... Просто очень красиво здесь. А вот это, наверное, еще и не будет застроено, да? Там виноградники. Да, виноградники. Да, сейчас высаживаются полностью виноградники. Сейчас же восстанавливается хозяйство. Угу. И вот там все в виноградниках, да. Очень красиво тут утром. Да. Еще бы такой вот просто третий этаж заколхозить. Вообще было бы. Нам этого-то много. Сын уехал. И как
А я знаю, что сын хочет у вас переехать куда-то в город, да? Ну, он же молодой, он хочет жить в городе, чтобы у него квартирка какая-то была. Вот. И, а тут, ну, а и вы хочет отдельно жить вообще. Я знаю, Ирина, вы решили вот этот вопрос? Вы все-таки будете вот эти дома продавать или конечно, еще нет? Конечно, нет. Вы уже продавать. Уверены, да? Конечно. Да, мы будем вот надо продавать. Было мне вам сказать раньше. Я бы тогда ролик по-другому стал, ну, как бы снимать. Угу. Ну, ладно. В общем, мы потом тогда тоже расскажем. Мы единственное, вот ждем, что у нас сын 11 лет, ой, 11 класс. Угу. А, сейчас он заканчивает, сдает ЕГЭ. Все, и конец июня мы свободны. То есть вы с супругом хотите, вот когда мы были у меня в гостях, да, вы рассказывали, что вот он хочет виноградники в Голубицкой. Я думал, что вы хотите участок купить под виноградники, нет, дом нет. такой. Мы хотим дом, и чтобы была земля. А ему раз такой случай, что вы хотите, какой дом? Вот как у вас вообще? Вы хотите этот дома продать, вот эти два тогда участка? Или вы хотите поменяться? Не-не-не, вот. Продать только. А как он поменяется? Мы хотим продать, купить сыну квартиру. Однокомнатную. Угу. А, все, понял. Так. Где он хочет, угу, в Анапе, угу, в Краснодаре, где он будет жить, да? Вот ему купить. И уже нам. Тогда ладно, тогда другой вопрос. Угу. А если кто-то из Голубицкой, риэлтор, может, какой-то, угу, увидит, а до какого, вообще, какой вы участок ищете, допустим, в Голубицкой? И, угу, и по какой цене? Или не только в Голубицкой? Где вот вы? Мы пока не только в Голубицкой. Угу. Скажите, может, мы кто-то услышит. Смотреть. Мы будем смотреть Голубицкая, Тамань, Синой. Синой, отлично. Можно место. Приморский. Великолепно. Вот в Сином виноград, если виноград выращивать, это просто, да, фантастика. И Тамань тоже. Ну, кроме поселка Таманский и Волна. Таманский и Волна. Это, ага, совершенно нет. Угу. Мы там были. Угу. Там. А что не понравилось так вот чисто для интереса? Глухомань. Глухомань. Кстати, у них магазин работает. Вы говорите все как правду, вот как есть. Аптека, угу, до двух часов. Ну, там, ну, то есть вообще там. Ага, понятно. Все равно что-то должно быть. Вот. А вы еще вот как бы с супругом, я когда с вами разговариваю в Голубицкой, вы такие интересные люди, что вы выбираете все дотошно. То есть вот, да, как вот, этот, да, дом вы выбирали? У меня муж, он прям ко всему дотошно относится, что вот прям... Угу. Ну, я вижу, как он, я смотрю, как он за виноградом ухаживает. Да. Прямо, вот, Ирина, я говорю, что вот ваше место напоминает мне прямо Крым. Просто Крым это. Так, ладно. А хозяйство вот там вот у вас собачки, да, я так понял еще? Вот где у вас парковка? Да, сейчас я покажу, да. Так. О, Ритусь. Мы уже познакомились. Да. Познакомились, да? Это Левушка наш. Он кайфует. Он, наверное, пенсионер уже глубокий, да? Ну. Он такой возрастной. Он к нам пришел 3 года назад. Пришел и не ушел. Да? Откуда он пришел, мы не знаем. Хотя британец такой редкий. Ну, вижу, что окрас, я тоже говорю. Ну, это... и не уходит. И главное такой, ну, он как маргарин, не вредный, не полезный. Классно. Так, а вот здесь, там, подождите, Ирина, мне просто интересно, вот эти вот бытовые, как люди живут. Вот когда у нас бывают сильные ливни, вот здесь. Ну, бывают, конечно. А такие наши, южные, крае, да? Конечно. У вас как вода уходит? У нас по скату туда. Вот по скату. Я просто вот у хочу обратить внимание. Угу. Видно все под уклоном, да? Да. Даже туда скат идет, и все туда уходит. Угу. У нас тут проблемы. А кондиционеры часто включаете? Стены, я смотрю, у вас толстые в домах. Я хочу сказать, что в этом доме кондиционер только на 2-м этаже, и то мы повесили его 4 года назад, наверное, потому что, в принципе... Так, стены такие, что не жарко. И там тоже у нас был один кондиционер, и мы долго не вешали. Вот тот повесили 4 года назад, и тот к сыну повесили. У нас всего там 2 их. Нам хватает. Ну вот как у меня в Саманном доме, там тоже стены толстые. Интересно. Я просто, может, глупый вопрос, но так людям пригодится кому-то. Конечно. Тут у нас лоззона. Муж занимается своими делами. У вас на участке потеряться можно тут. Вот он опять вырастил, сейчас будет садить. Подождите, подождите, а что он здесь? А, виноград! Да. Ух! Так. Преображение, ну молодец, вот молодец. Шоколад какой-то. А вы на велосипеде где-то катаетесь тут, это, да? Сыновья, да? Угу. Что это у вас тут? Сейчас я проверю. А, Ирина, вообще здесь есть в Уральской какое-то озеро? Вот. Куда вы ездите купаться? Вот. Я просто... Мы на озеро не ездим, мы ездим на море, но озеро есть тут возле воинской части. Возле воинской. Угу. Какое-то есть, там дети могут куда-то, да, ходить, погулять? Ну как? Да, конечно, а там купаются, да, прямо? Купаются, и есть этот, господи, как он, вода-то бежит.
водопад. Водопад. А, да, водопад, туда да ладно. Туда они ходят, ездят, да. Ого. Тут недалеко. Это да. Тоже виноград. Блин, посмотрите, он прямо, я вижу, специалист. Тут же все подвязал. Так. Друзья, вот посмотрите, кто интересовался, вот как виноград подвязывать, обратите внимание. Я, если что, телефон оставлю. Ирина, смотрите. Ага. Вот Цитронный Магарача. Зрители, ну, сможете связываться вот с нашими тут хозяевами, чтобы вот так вот рассказали вам плотно все про это. Так, а это что у вас тут такое еще? Это гараж, но мы его не используем как гараж, потому что, ну... Ага. Лучше он его под свою мастерскую, так сказать. У него тут мастерская. Но главное, что он есть. Да, проходи. Все вижу по полочкам. Да, Василия сюда нельзя пускать. Человек. Видно, что аккуратный. Да. Прямо. Все вот у него тут. Яма есть у вас. Да. Ничего себе. Слушайте, а подвал у вас есть? Вот вопрос. Подвала нету. Нету? Потому что тут скала. Вы на скале. Да. Ничего себе. Он же на горах. Поэтому здесь, наверное, у вас так и прохладно. Я зашел сейчас в гараж, да, как в холодильник, да, какой-то, да? Скала холодит. Так. Тут у него тоже отопление. Угу. Я и смотрю, и водопровод есть. Водопровод у него все, да. Свой вот кабинет. Да, свой кабинет. Да. Так, Ирина. Тут мне гараж не нужен. Тут он какие-то опыты ставит, да? Машину ходит. Ирина, ага. Можно я попрошу? Вот это он какие-то опыты ставит, да? Нет, это он выращивает. То есть какой-то свет специальный, да, да, у него? Да, специально. Вот он врачит, тут название даже. Фантастика. Да. Ирина, вам надо... Золотце написано. Сином. Вам надо в сином искать. Вот. Сином? В сином. Прямо там благодатнейшие места. Да? Тамань немножко... Там, если вы где-то, где ветра нет, да. А в сином как бы там такой климат интересный. Ну вот он вчера. Ладно, мы еще поговорим. Говорил мне, я говорю, посмотрим. Угу. Давай вот посмотрим. Угу. Да, вот, еще вот надо участвовать. Накопитель этого дома. Вот он. Именно вот этого дома. Да, этого дома. А, вот вижу насосик. Да, так. Да, да. Все грамотно, да. У него тут и горячая вода. Но я могу сказать по опыту, вот такого бака хватит на двое суток. Это не, где-то. Больше. Больше? Конечно. Ну, я считаю, вот как у нас, там, допустим, семья, как гости и так далее, человек 7. Угу. У вас там меньше, наверное, да? Здесь, в этом доме, получается, ну, двое? Ну, сейчас сын уехал, у нас вообще четверо. Нет, а если на этот дом, насколько хватает? Вот они же вдвоем живут, мама, получается, да? Тетя и сын жил втором. Мы не считали, честно. А, не считали, ну, хватает. Оно же утром налился, что-то там поразрасходовали, израсходовали, вечером опять. Что администрация, решает эту проблему с водой в будущем или нет? Мне просто самому интересно, вот как это все... Я не могу сказать, потому что... Ну, новостей нет, да, никаких? Ну, не занимались этим вопросом, нам хватает, поэтому... А, все, понял, ну правильно. Не могу сказать, вы не испытали от этого проблем. Не важно, сколько денег, главное, чтобы хватало, да? Нет, у людей, если кого-то не хватает, они себе этим скважины делают. У нас не было вопроса, поэтому... Был бы вопрос, мы бы скважины сделали. А по ценам скважины, примерно, не слышали, может, сколько делать? Вот честно. А, понял, все хорошо. Мы не интересовались. У нас так. Все есть, поэтому. Он за тобой пришел. Ага. Тань, иди сюда. Посмотри, да? Так. У вас тут рай просто пошли. Какой-то. Да, ты сейчас начнешь так. Виноградом, потом домочка будет. Так не, ну Тань. Это он есть. У меня все тут. Вот вырезала вот это специально. Ну, я поняла, для чего. Все вырезает, все. И говорит, я хочу еще мне на. Вот. Вырастил. Ирина, подождите, а откуда вы переехали? Вот вопрос такой. Из Омска. Из Омска, да? Сибирь. Вот откуда эта мечта, да? Он, наверное, может быть... Да, там у нас тоже была дача, но там виноград, естественно, тоже растет, но не такой. И там больше проблем. А у него корней южных нет никаких? Корни южные у меня. У вас, да? Да. Значит, он от вас заразился этим виноградом. Каштан сыпется. Так. А что это такое за этот? Можжевельник, думаю, с цветочками. Каштан, цветочки отсыпаешь? Да. Тань, нам надо вот тоже, в общем, и каштан, и вот этих вот можжевельников побольше. Посмотри, как здесь прохладно вообще. А, это что такое? Тоже какой-то пришел. Это тоже, да. Это типа тоже как самшут. Он тоже вот. Вечно зеленый. Да, да, тоже сейчас начинает распускаться. Я вот подрезал, вот шапочка пойдет вот так. А. Да, друзья. А вот этот, который голубенький. Интересно.
Вот когда в гости приезжаешь, да, кому-то просто. Ирина, я тут Ирину подозвал, Ирина, простите меня, уже с Татьяной ушли. Друзья, вот посмотрите, вот так вот вода, это централизованная, да, получается. Да, централизованная. Угу. Это для улицы. Угу. Но вы на всякий случай, я смотрю, тоже утепляете, да? Вот, ну, здесь. Конечно. Какие, конечно, бывают морозы самые большие вот за эти годы, которые вы были здесь? Так и не сказать. Минус 10, наверное. Минус 10, да? Это прям такой самый-самый сильный. Да, да, да. Угу. Ну, понятно. Потому что, ну... А я испугался. Ну, это было, наверное, я не знаю, может, лет 5 назад. Угу. Ну, в минус 10 у нас. И почему-то тут сейчас такая тенденция, что каждый год зима теплее, теплее, теплее. Нордосты раньше были, сейчас вообще нордостов практически нет. Вот, кстати, интересно, а у вас нордост, у Раевская, получается, она как бы в низине немножко, нет, да? Относительно. Наоборот, мы на горе. Наоборот. Да. Это значит, я с дороги ехал, я видел Раевскую как бы в чаше такой. То есть я был, значит, в какой-то высокой точке, да? Да, это вот на горе. А, все, понял, понял. Все, все, все. А по отношению с Натухаевкой мы наоборот на высоте. Ага, значит, вот эти нордосты пресловутые, как бы они мучают вас здесь? Или как вот это все происходит? Ну, я говорю, я года 4, наверное, или 5 назад уже был нордост. Ну и то, ну, как бы, у нас ничего не пострадало. Ну, во-первых, у вас вот здесь вот зелени много. Новороссийский, да, там сильнее, там же море. А Раевка нет. Угу. Просто интересно для людей. Вот вообще фантастика, конечно. А вот это что? А, это будка. Будка. Угу. Будка. Угу. Татьяна, пойдемте. А, мы так. Кормят. Он к вам, видишь, понравились вы ему, Таня. Он, смотрите, смотрю, ходит с цветком, да? Да, друзья. Только, Ирина, вот вы предложили чай. Можно попозже? Я сначала сниму видео, ладно? Ну, конечно. Просто, конечно, мне самому интересно вообще. Так. Солнце-то сегодня жарит. Это наш основной дом. Ох, и прям заходишь, как холодильник. Вообще. Заходите, заходите, заходите. Так, друзья, просто. Ирин, можно я покажу вот все, вот как есть? Вот, я не знаю, вещи, да, вот. Это у вас, это получается. У нас веранда. А, это веранда. Да, это веранда. То есть, а, понял, я с той стороны мы смотрели. Да. А почему так прохладно здесь, я не пойму. Ну, потому это... что у нас толстые стены, у нас, видите, еще тоже тут тоже выложили камнем дикарем. А, это как снаружи, да, такие же? Ну да, красиво. Риточка, смотри, сколько книг. И смотри, в чем у них плюс есть, их читать не надо. Да, иди, посмотри, какая виртуальная библиотека. Проходите, проходите, да, проходите. Снимай, слушайте, здесь... Это у нас топка. Ну, вот этот котел стоит. Котел газовый, да? Угу. Так. А у вас самотечная система получается? Самотечная. Я не вижу носочка, газовый котел. Тут да. Так слушайте, это нормально, он без электричества работает. Да. Вы хорошо попали. У нас даже, вот когда говорили, что электричество отключается, там, ну, у нас редко это бывает, но все равно, а у нас есть газ, у нас тепло. Отлично. А супруг не сделал косвенный нагрев для душа? Люди многие делают, у кого электричества нет, косвенный нагрев, бак, когда отопление работает. Ну ладно, я его помню. Это я не понимаю. Да-да-да, все, все, все. Загружает. Да у вас здесь можно на юге, здесь можно автономный дом вообще сделать. И вода горячая, и все у вас будет. То есть и отопление, тут же коллектора. Так у нас все есть? Нет, а я имею в виду бесплатно. Солнечные коллектора ставишь? Да. Ну, про это мы не думали. Вот самотек – это идеальная система. Это вообще вам повезло. Да у нас, мне кажется, и так-то коммуналка. Мы летом платим 3 за 2 дома. Угу. А, ну это вместе с мусором, с водой, электричество. А интернет? Отопление? Интернет отопления есть? Нету. А, есть, нет, я же готовлю. Да, да, это нормально. 3 за 2 дома. Да. Ирина, интернет есть у вас? Конечно, интернет, да. Оптоволокно или какой? Тоже не знаете, да? Это как у меня, Татьяна. Ну, наверное, есть оптоволокно, скорее всего. Да. Либо как вот этот, как бы, так. Ну да, видно, что какой-то дизайнер такой жил здесь. Все с душой делали люди. А, да, это моя мечта. О, а здесь у вас что, Ирина, дворец? Я не понял. Нет? Все, Василий. Тань, как будто Воронцовский дворец. Слышишь? Угу. Через год мою мечту. Да, ты мне купишь на день рождения. Вот он тоже себе надеется. Да, в следующем году, вот так, да, подписчики, вот Василий, отберите, как говорится. В следующем году у меня тоже такое кресло появится. Я тебе заколхожу, Танечка. Нет, не надо. Из советских кроватей. Я хочу такое. Нет, из советской кровати. Нет. Сделаем ей, да? Так, Ирина. Сейчас я приходим.
Пока садись, ты просто на него садись. Да, посмотрите. Я им пока без вас тут похожу. Да, сейчас. Да, проходи. Проходи, Василий. А вот вы будете, вы вообще, вот у меня такой вопрос еще. Раз вы решили уже точно переезжать, вы будете с мебелью переезжать? Или как вот у вас будет происходить? Я думаю, что мы все, всю практически мебель оставим. Ну, естественно, заберем мечту. А так мы, в принципе, все оставим. Потому что, ну, смысла нет что-то вытаскивать. Интересно. Ну. Так, а это а вот сюда, вот, вот эта кухня, ага. Вот эта кухня у нас. Так. 7,7 она квадрат. Подождите, Вина, а потолки тут 3 метра, что ли? 3 метра у нас тут потолки, да. Вообще, конечно. Да. Да, люди раньше сейчас строили нормально. Сейчас я возьму. О, Тань, иди посмотри, какие виды отсюда. Так, друзья, вы меня простите, я просто приехал в гости. Я хочу вот это посмотреть все. Вот, здесь... Парковка? Это ваша зона. Да, это ваш кабинет. Так. Я говорю, мне тут только телевизора не хватает. Тань, вот на кухне посмотри, да, красиво, цветы? Ну да, да. Фантастика просто. А, у вас тут как раз хорошо. Угу. Обзор такой, как говорится. Ну, наблюдайте за кухней. А у вас вентиляция в доме есть, да? Я смотрю, конечно, вытяжки. Да. Все предусмотрено. Вот нас... да. Ну, это такая, как кладовка. Вот у нас выход. С кухни. Он вот эту кладовку и вот я вижу тоже, да, накопитель вот он. Накопительный тоже. Бак, да, аккумулятор, гидроаккумулятор. Он, то есть он сам это колхозил все, вот мне что интересно. Нет, все это было. Все это уже было, это то есть было. Люди с опытом уже. Да, люди с опытом, люди тоже тут делали все основательно. Угу. Как такие полочки вот здесь. Это выход вот туда это, в сад? Да, в сад. Угу. Ну, тоже удобно. А здесь ваша, наверное, какая-то такая... Да, это хоззона моя. Хоззона. Или для вина, да, что-то такое. Но вино у него хорошо в подвале хранить, там прохладно. Вообще, да. Мне понравилось. Да. Так. Ну, это ванна у нас. Ванна, то есть как душевая такая, да. То есть раковина. Ну, воздухообмен хороший тоже, вот потолки высокие. Угу. Да, интересно, конечно. И электрический бойлер у вас для... воды. А для воды на всякий случай, да, тоже? Ну, у нас же воды нету горячей. У нас подается простая вода с водопровода. Угу. А, в этот дом. Там у вас двухконтурный котел. Да. А, все понял. Так. А вам можно подключить оттуда воду, водопровод сделать, с того котла. Он потянет. Да, ну, и так хватает. Хватает, да? Ну. Так. А я смотрю, у вас даже летнего душа нет с бочки. Знаете, как обычно у нас. Ну, деревья... он хотел сделать. Хотел. Сделайте, хотел. Я советую. Это класс, это вообще. Так, ладно. Так. Тут у нас получается, это у нас... А это зеркало? Это зал у нас. А, зал, ага. Да. А я подумал, там еще комната, грубо такая большая. Вот смотрите. Он 16,4 зал. Так. Это у нас спальня. Татьяна, проходи. Таня, иди посмотри, это интересно. Почитаем. Так. Она 17 квадратов. А как такое, Ирина? Я вот смотрел, дом вроде кажется небольшой. Вообще, он да. Какой, какая площадь у него? Вот у этого дома. Этот? Да. 114. 114? Да. А с виду вообще не скажешь. Да. Это либо из-за деревьев. Тань, ты можешь вот этот дом 114 метров квадратных? Вот с виду ты сколько думала? Ну, я просто так. Думала больше. Ты с виду думала больше? Так, мы еще не все. Ну как, если ты, может, ну, да, он так смотрел, длинный. А я думал, наоборот, он маленький. Видишь, мне кажется, из-за того, что деревья, вот это все скрадывается в пространство, потому что, ну, огромный дом, конечно. Ты имеешь в виду снаружи? Да, снаружи, снаружи. А, ну снаружи, нет, снаружи только потолки обычный, 3 метра, средний. Потолки натяжные. Угу. А вот это камин, да, какой-то был? Это не камин, камин в другой комнате. Это же дом. Подождите, у вас еще комнаты есть? Еще две. А где они? А вот у гаража. Подождите, я просто я немножко запутался. Это как так? Ой, все путаются. У нас. Это декоративно? Это, смотрите, это дом. Да? Это раньше было же виноградовство, колхозные дома. И их строили для колхозников. То есть очень качественно. И была печка. Потом печку убрали, провели отопление люди, все. Блин. То есть вот тут была печка. Так ее можно восстановить, печку? Ну, нет. У нас одна есть, сейчас покажу. Так. Типа как вот грубо или как называется, да? Это да. Плюс огромный. Все, значит, я угадал. Я думал, это зеркало какое-то в комнате. Ага. Так. Это вот у нас каминная, то есть это мой кабинет, так сказать. Ирина, а кто у нас картины пишет?
Это у меня папа, мама, дедушки. Дедушка профессиональный художник. Вот та девушка, это вы? Это я. Да, я вас узнал сразу. Ну, это не очень профессионально. А это вы с супругом тут? Да. Да. Это так. Вот это дедушка мой писал пастельными мелками. Это моя бабушка, 57-й год картина. Я считаю, это просто это да, чудо. Пастельные мелки. И вот ваш дом напоминает мне, я вот серьезно говорю, Воронцовский дворец в Крыму. Это просто вот... Да, если еще вот так вот сделать... А, ну да. Я угадал? Да. Взял. Действующий. Так. Посмотрите, друзья. Это значит, можно сразу говорю, за колхозе здесь теплые полы, ты топишь камин, теплообменник туда ставишь из нержавейки. А зачем у нас теплые полы так? Это я просто для интереса. Я просто... А, у вас теплые полы? Нет, у нас тепло. Сами по себе. Да. А, понял. Угу. У нас дом, такие дома, что зимой не холодно, а летом прохладно. Но видите, кондиционер, у меня только там кондиционер, то за шторочкой, в спальне у нас нету, тут нету, на кухне нету. И у сына. Это тогда получается бывшая печка, правильно? Это мы бывшая печка. Камень. Но мы не делали это профессиональной печкой. Я знаю, что это сделать. То нет, же нет, самое нет, как колхозники раньше жили, я хочу сказать. Это профессиональный печерник выкладывал. Ну, то есть тут все есть. Вот там вьюшка. Но мы не пользуемся, мы раза два его растапливаем, потому что, ну, для этого надо сюда постелить. Ну, то есть, ну, а при желании можно затопить. Молодцы. Молодцы. Так, сейчас... Ирина, а еще вопрос пока. Вы работаете же здесь где-то в Вареньковской? Нет, это Раевская. Ой, Раевская, да. Нет, мы работаем в городе. Тут тоже можно работать, но меня больше устраивает в городе, потому что я работаю сутки через трое. То есть вы по своей специальности как медицинский работник, да? Да, да. В Новороссийске? Новороссийске. А, очень удобно, да, сутки через трое? То есть, да, получается... ну, в принципе, даже если муж тоже 4 через 4 работает там. А общественный транспорт ходит? Конечно, конечно. Каждый час у нас ходит автобус, и каждые 15 минут ходит маршрутка. Каждые 15 минут. Полчаса. Это и... вот как раз рядом с вами, вот да, мы приезжали, да, центральную да, улицу, да? Да, да, так. Ну, и, удобно. И да. Причем и в Анапу ходит маршрутка от нас. А вы ездите куда в Анапу, на какой пляж? Вот так, тоже для интереса. Ой, мы ездим, ну, по-всякому. Ездим и на центральный пляж, но больше мы любим там за Горгипией туда. Угу. Подальше. Да, чтобы меньше народу было. Народу. Ну, ездим мы и в Новороссийск. Новороссийский. Ну, сейчас набережную сделали красиво. Нет, мы ездим в Исхака. А, то есть вы потише, да, такое вот? Да. Угу. Мы ездим в Исхака. Потом подскажете местечко, где вы там, ладно? Сейчас тут. А, но мы снимать не будем. Не-не-не. Так. А можно, Ирина? Да-да-да, или... заходите. Да? Да. Ой, сейчас я вот это унесу. Все, давайте. Риточка. Да, миленькая. Я угадала. Так. Интересно. Всем места хватает, да, здесь? Не, ну дом огромный просто. Я, конечно... Я почему тебе говорю, я ходил снаружи. Мне показалось, он небольшой. Мне кажется, небольшой. А внутри вообще, да? А внутри, да, и потолки высокие, и комнаты просторные. Ирина, вообще вы, конечно, да, устроились хорошо, я могу сказать. Вот, видите? Ну, да. Так, это можно, да, тут да, у вас? Да. Так, о, привет, Василий. Кирилл. Приятно. Так, Кирилл, это получается... Здравствуйте. Твоя комната, да? Это все мое. Это сын ваш? Сын ваш, да? Это младший, да. А, все, ну вот мы и познакомились. А это Риточка вот моя тут, Татьяна Викторовна. А, она стесняется. У тебя, ты спортом занимаешься, да? Я просто... Ну, относительно. Можете я вот поспрашивать немножко? Конечно. Ты в школе здесь учишься сейчас? Да, в 11 классе. В 11 классе. Вот как раз ты, я так понял, и хочешь где-то в городе поступить учиться, да? Какой-то. Ну, скорее всего, да. А спортом каким ты занимаешься здесь? Ну, вообще занимался много чем, и футболом, и волейболом. Это прямо вот здесь, в Раевской, да? Да, в станице это все очень развито. Слушай, да. Вообще, да. На один вид спорта несколько секций может быть. И тоже все бесплатно, да, получается? Да. Это правда? Да. Прям, Тань, ты слышишь, да? Но, да, ну, иди посидеть. А на чем ты остановился, вот просто интересно так знать, а на кого пойдешь учиться, вот... Связанная с физикой, математикой и специальностью, скорее всего. Подожди, ты хочешь сказать, что ты на золотую медаль идешь здесь? Ну, не совсем. Почти, да? Ну, не хватает немного. Так, а еще такие, как ты, есть здесь, в Раевской?
ребята, которые вот прям такие. Ну, конечно. Значит, образование. Ирина, я сейчас с ним вот разговариваю, да, с сыном вашим. Оказывается, есть вот ребята такие, вот как он мне говорил, на кого он хочет пойти учиться, я, конечно, значит, образование хорошее. На кого? Я вот не знаю. А мы, секрет, мы никогда не рассказывали. Нам не сказали никого, нам намекнули. Да. Слушай, ну ты вот хорошо устроился, тебе и тренажеры, и все. Да, я тут и качал. О, да. Ниточка, иди сюда, смотри, вот чему тебе надо стремиться. Иди. Можно показать это? Да, да? Это шахмат, он у нас занимался шахматом. Иди посмотри, сколько медалей, вот, иди посмотри. Иди, иди. Просто. Да не стесняйся. А ты на гитаре играешь, да? Вот видишь, и гитара висит, нам тоже у нас у Риточки тоже есть пару медалей там, да? Таких. Ну. Он с 4 лет просто у нас занимался шахматами. Угу. У него первый разряд. И тоже вот в Раевске, а какие-то соревнования вас возят отсюда, может быть, куда-то? Ну, сейчас он в городе занимается. Да. Ну, сейчас у него период ЕГЭ, он занимается только ЕГЭ. Только, а так вот, он, смотрите, он занимался шахматами еще, когда мы в Омске начали. С 4 лет он профессионально занимался. Мы везде с ним ездили туда на соревнования. Сюда, когда переехали, тут тоже шахматы. Он тут тоже начал ездить на соревнования. И что тут хорошо на юге, я просто была ошарашена. Честно, он хорошо играет, да? И он за счет шахматной федерации, Карпов оплачивал, он два раза ездил в лагерь смена. То это смена, такой очень лагерь после Орлова. В Крыму или где? В Крыму? Нет, у нас... Здесь? Смена здесь где-то находится. Суко. Да. А, тот самый вот это, да. Пляж, где перегораживали, да? То есть там ездят только спортсмены, и вот он два раза, а там путевки же дорогие. Да, я бы никогда ему не купила, потому что там ужасно дорогие. Он два раза за счет шахматной федерации ездил. А так еще хорошо учится, один раз был в Орленке. Я теперь понимаю, почему вы хотите переехать. В Сибири нам никто никогда путевки не предоставлял, сколько бы вот он ни играл. А тут вот сразу же, да. Ну, да. Мы здесь, в Краснодарском крае. Вот это раз. Ладно, да, спасибо тебе огромное. Успех от тебя в жизни. Да. Вот учись. Вот молодец, старайся. Вот такие нам вообще сейчас люди очень в стране. Так. А, да, мы проезжали. То, что она... Там он считается крутой лагерь. А это папин кабинет, да, наверное? Нет, это мамин. А, это мамин. Ну... Папин у него вы видели. Да. Так. Мама занимается. А, вы же сказали, да, это ваш кабинет. Да. Такой творческий, вы, наверное, здесь планы такие разрабатываете, да? Ну, иногда рисую. Ирина, я, конечно, счастлив, что у нас вот такие зрители, такие очень интересные. Друзья, приглашайте свои станицы, кто там где живет. Это вот всегда интересно посмотреть, послушать. Я, может быть, Ирина, сейчас, если супруг ваш придет, я, может быть, вас и попрошу, я не знаю, вот по Раевской прокатиться. Ну, смотрите сами. Не, прокатимся, там. Покажу. Просто... Тем более, мы живем в центре, что тут кататься? Но это уже другим видео. Я как вот тут чай сейчас пьем, мы еще тут посидим, пообщаемся и так далее. Друзья, я снимать не буду вот этот момент такой, знаете, вот ну личный такой. Потому что я хочу вот дружить с такими людьми, общаться там, и какая-то помощь. И вот, кстати, Ирина, если даже кто-то увидит это видео, да, с вами можно будет общаться, вот, если мало ли кто-то захочет? Вот, конечно, конечно. Мы же выставляем на продажу тоже. А когда вы будете выставлять? Ну, вот сейчас вот буквально, даже сейчас можем выставить, потому что сын заканчивает, и нас ничего не держит здесь. Понятно. Да. Ну, если что, вы маякните мне, или я там буду, вот даже если кто-то спросит, ваш номер могу оставить. Да, станица очень хорошая. Вот, прям мы с мужем... Даже в город не надо выезжать, у нас тут нужно все купить. От мебели, хороший мебельный магазин, мы всю мебель купили здесь. Ну, от продуктов, от всего. Я не знаю, зачем в город можно поехать. Ну, только если в БАО-центр. Читала, и нет, все. Только хотела, все. По-моему, больше ни зачем. Читала, что у вас такие хорошие строительные магазины. Да, строительные, да. Все у нас. И говорят, дешевле, это правда, чем в БАО-центре в Новороссийске? Да, да. Это правда? Да, да. Так, вот сюда надо. Муж все покупает там, у меня железо, все. То есть Раевка, она хорошая. Если... Вы называете так ее Раевкой? Вот ну, это наши называют, да, Раевская. А местные называют Раевка. Тут почему удобно? Тут и природа, как бы, да, и не так деревня. Ну, да. И как бы видно, что на юге живешь. Ну, это как со слов, друзья приезжают, говорят... Вот прям видно, что на юге. Угу. Что вот и камень, дикари, и все посажено там. В Крыму иногда... прямо практически. Да. Вот. И если ты человек такого возраста, еще не пенсионер, тебе надо работать, да? И работать так стабильно. То есть Новороссийск 16 километров, она по 20. Ну да, рядом. Рядом. И главное, транспорт общественный. Вот кому-то это важно. Это очень. Да, и медицина. Да. А... Муж у меня на машине уезжает, мне на работу. Я вышла буквально
Ну, наверное, 4 минуты я вышла. Угу. Маршрутка, села и поехала. И 30 минут. Подождите, а медицина как? Так как вы работник медицинский, да? По ОМС какие-то. Вот где лучше? Анапа или Новороссийск? Вот что бы вы выбрали? В смысле лечения, да. Вот, допустим. А зачем нам Новороссийск? У нас есть своя больница и поликлиника. А, да. Я пришла туда, вот мне надо УЗИ сердца. Мне сказали, все, через два дня позвонишь. Это не простая амбулатория, МРТ. А вот именно поликлиника. Это поликлиника, и там дневной стационар. Если ты болеешь, ходишь, капаешься, там ставишь. Ага. Надо вот еще больницу будут строить. Ага. Плюс еще один садик, плюс еще одну школу. Ну, население расширяется. Расширяется, не хватает, растет, и все, да. Как бы... Все. Главное, что еще. Вот эти все объекты, они тоже, да. Как бы, учитывают и закладывают. Нет, здесь хорошо, месте. Конечно. Но мы продадим и купим уже... Нам главное, чтобы сыну было, а там уже посмотрим, как нам тоже. Это вот этому младшему, да? Нет, старшему. Старшему. А младший будет пока учиться. Он пока уедет. Все понятно, понятно. Он, конечно, не хочет, чтобы мы отсюда уезжали, потому что он с 9 лет, у него тут друзья. А у нас ребята такие образованные, уже молодежь, им дают работу уже большую, хорошую. Вы уедете, нам два дома содержать. Ну, это тоже. Да. Ладно, Ирина, давайте мы сейчас тут попрощаемся уже с нашими зрителями. Все, мы сейчас тут уже посидим. Если что, мы с Ириной еще запилим видео. И либо сегодня, либо потом еще как-нибудь, да? То есть, как получится сейчас посидеть, в общем. Все, всем удачи, друзья, счастья, до свидания. Всем всего хорошего.